И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас хоррор, называется Подземелье. Димочек, поздоровайся. Всем привет. В описании написано, что надо сбежать нам с какого-то отеля. Ну не знаю, почему называется Подземелье. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Написали еще, что очень много скримеров. Дима, найди первый. Я боюсь. Засранец. Ну а что? Подожди. А, все нормально. Так, Димас, ты обновил карту, да? Нет. Опа-на, челик. Мужик, идем за... А куда он? Иди за ним. Не идется? Не идется. Что-то тут как-то странно, Димас. Где-то чувак упал на штыки. Копья какие-то. О, монтировку мне дали, кстати. Прикольно. Мне не дали. На тебе, за то, что монтировка у тебя была. Ладно. Так, прыгай. Это вам повезло. Ай, на голову пойдет. Опа. Вообще весело тут, конечно. Ты слышал этот звук скрип металла? Подожди, я в дырку провалился. Так тебе и надо. А как туда попасть? Ладно, я полез, Димас. Ты тут как-нибудь сам? Я тут как-нибудь сам. Да. Давай, Чик, иди ко мне. Чё ты? А, ну, все. Аниматроник. Давай, дуй. Все, погнали. По вентиляциям поползаем с тобой. Чикс. Так. Да вылазь, просто чика жирная. И очень много гамбургеров утро. Ох ты что, уродина, а? У тебя тоже была эта баба старая? Не было ничего у меня. А как это? Ты что, впереди, а мне этот скример кинули? Так нечестно. Ну вот, Димас, такой ты. Так, доска есть. Я тут пытаюсь что-то дверь открывать, но они, видишь, не нажмякаются, не нажимаются. Мне кажется, эта доска нужна. Не? А как ты это определил? О, Димас, как ты? Фиг. А чё, я угадал? Да, ты угадал. Лестницу, значит, доски ставим. Да, прикинь. Не знаю, почему она белая выделя. Димас, какой-то читер на самом деле. Мы еще застряли. Согласись, какая логика? Просто мы уже наигранные с тобой. Я уже каждую вещь вижу, что она не просто так. Почему я не могу допрыгнуть? Чё? Еще одну лестницу надо. Маленький, что ли, какой-то. Или. Надо бочку. Так, подожди, где-то она спрятана. Вот где-то есть эта доска. А, вот! Вот здесь вот, наверное. Нашел? Не нашел. Штуки ползаю. Печку не взяли. Меня вообще Зима здесь закрыли, открывай. О, она открывается. Я не пойму, тут белая комната, для чего нам вообще здесь нужна? Я бочки что-то набросал. О! Вот видишь? Это скрипты. Оно не пускает меня, ах вы жлобы. Голимые скрипты. А ну ломай шкафы, может со шкафа вылопадет эта штуковина. Да, я тут пытаюсь, видишь, разламываюсь. Может вот тут где-то лежит? Мне кажется, тут где-то спрятано, понял? Так, а давайте доску. Может в холодильнике? Быстро. Кто-то доски заморозил нам. Так, тут нету нигде. Так, да, в чем подвох? Это как вообще, что нам делать? Сейчас, Димочек, найдем, в этом есть смысл игры. Находить? Конечно. Да я паркурист. А ты по этому шкафчику бил белому? Не? По всем шкафчикам. По всем шкафчикам бил. Там может наверху... назад вернуться? Не знаю. Видать, мы, может, что-то там забыли. Давай пролечу тут быстренько. Да, Димас, доска была еще там, короче. Я знал. Видишь, ты молодец, догадался. Вот, ты знал, я догадался. Да что такое? У тебя был этот урод? Нет, не был никого. Да что мне скрипты эти вонючие кидают? Ну, скримеры. Вот так вот, Димас. О, мы провалились. Чё ты орёшь, дурак? У меня никто не орёт, Димас. У меня здесь вообще все нормально. Тут чувак орал, как будто ему на ногу наехали. У Димаса там все кто-то орёт. Смотри, там есть скримеры одни. Значит, кто-то создал, тот, наверное, и скримеры ловит. Так такие уроды, какие-то зомби, кровавые, так там выпердыши. Ну, я потом на тебя посмотрю. О, крючок, Димон, по-любому нужен, несем. О, да-да-да. И нормальный. А здесь можно пройти. Вот сюда, наверное, эти двери открыть. Подожди, нет. Какие? Да я показалась. Пойди сюда. Давай, может, вот еще раз. Не были. Тоже не сюда. Вот, тут... Димас, крюк, наверное, вот в эту штуку запихивай. Выпихивайся, штуковина, в крюк. Ладно, не запихивается. Так, понесли его дальше. Ай, больно крюком-то. Чё, бьется, да?
по башке нормально так лупанул. Я думал, можно... О, можно вот это разломать. О, точно. Так я мог и крюком... Ой, нет, материал. Именно когда взял крюк, музыка пошла. А, у меня музыки тоже нет. Вот, блин, а у тебя монтировка. Ай, Димон, придется... Да, дай... Давай я пролечу. Вот это зомби. Какие зомби? Это зомби. Тебя зомби бьют? Ты что тут скримеров он наделал? Тут зомби. О, мочи. Видишь, я же сказал. Ого, тут ящиков, можно на зиму дрова готовить. Так, у меня уже закончились патроны. Давай, бей! Молодец! На. Еще по башке, по башке. Левее, левее, правее. Во-во-во, четко, Димончик, красавчик. Так, это что, динамит? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, Димон, беги! Сейчас взрыв. Да не-не-не, шутка. Просрала. Оно не пускает нас. О, взорвалось якобы. Как бы взорвалось. Да что за кишки трупячие мешают? Иди отсюда. О! О, здорово! Проща! Вот засранцы. Он тебя убил? Нет. Ты бэкни к себе, пожалуйста. Давай. Давай, Димас, ты тут стой. Так некрасиво он сделал. Давай, ты тут стой, я буду их гасить там. Их там много? О, тут аптечка. Опять эта штуковина. Трупецкие под ногами мешаются. А чё не открывается? Димон, зомби! А мне нечем стрелять. Давай, эта фишка, лупи. Да я фотографирую, не работает. Фотками. Фотоаппарат не работает. Фотографирую. Да что за зомбаки? У тебя был этот крик? Нет, ну крик был, а скримера не было. Это жесть. Хотел, чтобы ты их ловил, а ловлю я. Сам сказал, иди первый, будешь ловить скримеры. Игра знает, кого надо подсовывать. Кто их ловит, Дивас, а? Тут надо ломать ящики. Давай, я поломаю. Погнал. Крушитель ящиков. Да. По-любому что-то будет. Ачивка, знаешь, Димас, открыта. Да, разбей все ящики на левеле. Так. Выше. Ачивменс. Так, давай наверх. Ушку. Опа, что-то тошнило, что ли? Да, тошнило. Уснул. Уснул, ага. Так. А может мы поднялись в небеса? Да не знаю. Фонарик клацает. Ну как-то странно. Очень странно. И чё? Это мы прошли карту. Да не, так быстро что ли? Ну быстро так не бывает вообще-то. Не знаю, я короче... А куда мы идем? Я не знаю, где-то бегаем. Давай подождем чуть-чуть, если что... А что если что? Короче, знаешь что, в каком-то помещении, только тут очень все белое. А далеко надо вылететь с него, чтоб? Я не знаю, просто давай ходить здесь где-то. Тут везде стенки. Я слышу что-то. Тебя. Может, надо с белой комнаты выйти? А что делать? Че за прикол? Так и должно быть. Диман, может карту обнулить? Может, надо отключить ночной режим? И камеру убрать? Ой, Димас, я в жопе какой-то темный. О, точно. Только я не могу двигаться, ты тоже не можешь двигаться? О, Димас, все, мы появились, я под лестницей. Да? Да. Yeah. Ты пэхни к себе? Просто реально я не понимаю, где я. О. О. Димончик, спасибо тебе. Наверное, так должно быть? Вот мы сюда поднялись. Я уже эту дверь боюсь. Понял, там белое все. И нам стошнило. Понял, возвращаем. А меня, знаешь, что под лестницу сюда закинули. Красавчики. И что дальше? Что я должен сделать? Не знаю. Давай возвращаемся. Может, окно надо обломать? Может, дверь надо побить? А, подожди, а те двери разрушаемые, короче, давай проверим. Так, не разрушается. Да не, значит, нам всё. Назад не нужно. Да, нам. Не, нам сюда. Нам наоборот назад, наверное, скорее всего. Вот, дверь сломал. Иду. Так, трупички, уходите. Смотри, вот этот можно вообще так сделать. Смотри, Димас. А куда ты, мужик, стой? Это волшебный удар по жопе? Да, смотри, тут тоже. У меня волшебная палочка, Димас. Неплохо, мы в космосе. Конечно. Уйди. Палочкой, смотри. Боум. Смотри, Димас, палкой. Так, стой, блин. Откройте. Откройте двери. Ты думаешь, там назад точно?
А куда нам там-то? Вообще некуда. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!